В мэрии сегодня рассказали о планируемых кадастровых работах. Их цель – уточнение границы земельных участков. Попутно будут выявляться случаи самозахвата территории и исправляться реестровые ошибки. Ходить по участкам специалисты начнут летом. Сейчас ведутся подготовительные работы. Закончить планируют к 30 октября. План на этот год – уточнение границ 218 объектов. Это земельные участки и недвижимость, которая на них находится. В этом году работы будут идти на торговой стороне, в садоводческом массиве за рекой Веряшкой и в Деревницах. В принципе, все готово, и контракты, и специалисты. Но есть проблема. И это, как ни странно, вовсе не коронавирус, а менталитет. Препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ собственники не имеют права. То есть они обязаны обеспечить доступ. Это требование федерального закона. У нас зачастую бывает так, как было в прошлом году, просто не пускают на территорию своего земельного участка. С такими случаями городской администрации приходится разбираться, тем более, что пропустить проблемный участок инженеры не имеют права. Специалисты напоминают, собственники могут запросить у инженера ряд документов, а именно копию муниципального контракта, рабочее удостоверение, копию трудового договора или же заверенную копию свидетельства индивидуального предпринимателя.